Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я вас приглашаю на новый наш совместник, который стартует в следующий понедельник. С сегодняшнего дня мы начинаем набор на этот совместник, и я немного вам расскажу. Вязать мы будем вот эту серую роскошь. Название придумалось само, вернее, девчонки придумали. Напишите в комментариях, от кого первого пошла эта идея, но все уже упорно его называют серой роскошью. Будет он два в одном. Это будет джемпер и это будет жилет. То есть вы можете вязать все, что угодно. Далее, привязка будет только на плотность вязания, ну и то так, на 80%. Можно его связать и тоненьким, но вся красота этого джемпера, этого изделия Кучинеля нашего дорогого, именно в объемности, я так скажу. Но я вас порадую, возможно, вам не понадобится докупать нитки, потому что здесь вы можете скомбинировать все остатки. Так как плотность большая, примерно 100 метров в 100 граммах, толщина пряжи, можно сюда и букляшечку, ниточку, и хлопок, и шерсть, и кашемирчик, и пайеточку. И это будет что-то восхитительное, только ваше, индивидуальное и обалденное. Так, что вяжем, я рассказала. Вход в совместник первую неделю стоит $1. Мы поменяли совместники местами. Для того девочки попросили, чтобы успеть связать к Новому году. Я согласилась. Для того, чтобы вы не пропускали вот эти изменения, новинки, голосование, что мы следующее собираемся вязать. Все это выбирается общим голосованием и общим как бы решением. Но нужно быть подписанным на канал. На канал и на болталку, на наш чат общения. Вот где идет общение, там безумное количество полезностей. Девчонки советы дают, раздают налево-направо. Очень много всего вы узнаете, посмеетесь, пошутите, пообщаетесь. Вот, и проведете время в хорошей компании. Так. Как я уже сказала, первая неделя это $1, далее изменения в цене. Как проходит совместник? Немного расскажу. Значит, потому что очень много вопросов, многие не понимают. Вот когда вы... Так, давайте сначала я расскажу, как туда попасть. Вы можете приобрести QR-код для входа в группу на сайте, либо на Boosty. Все ссылочки под видео в описании. Девочки с Украины, можете в Instagram ко мне обратиться и заплатить на карту PrivatBank. Вот такие вот способы. Далее вы сканируете этот QR-код. Это несложно, поверьте мне. Вы этот путь пройдете один раз, и в следующий раз это все у вас будет происходить в два клика. QR-код после оплаты нужно скачать. Запомните это. Вот потому что многие ждут, что он придет. Он не придет. Вам открывается доступ, вы его скачиваете. А потом сканируете и попадаете волшебным образом в группу. Вот. После того, как вы попали в группу, если чего-то не получается, есть ссылка на администратора, тоже под видео, в первом комментарии это все закреплю. Не бойтесь на нее обратиться, она всем помогает, все попадают, кто обратился. Вообще не боимся, не переживаем, обращаемся. Я же говорю, вы один раз этот путь пройдете, и все будет прекрасно. Так, далее. Вы попадаете в группу, мы еще 4 дня до понедельника, вот сегодня среда, до понедельника мы все потихонечку собираем. В это время собираемся. Вот, в это время идет всегда, как обычно, во всех, я уже понаблюдала, во всех совместниках идет обсуждение пряжи. Вот, все показываем, вяжем образцы, так как узор уже есть у меня на канале в открытом доступе. Вяжем образцы, вяжем, пробуем разные виды пряжи, девчонки пишут, фотографируют, показывают, и это очень помогает в выборе пряжи. Вот поэтому информации, я же говорю, даже по пряже невероятное количество. Вот в понедельник, кстати, у меня нет заготовленной модели никогда,
практически. Я вижу вместе с вами в режиме реального времени. То есть поэтапно, вот начиная с понедельника, я начинаю вязать и поэтапно выкладываю все видео в эту группу. Все вопросы. Есть две группы. Там вы попадете сначала на основной канал, и там будет ссылочка на группу чат обсуждения, где вы можете общаться. Вот. А в основной группе все будут видео, потому что сделать одно место, это просто нереально и неудобно. Это реально, но совершенно неудобно, потому что видео теряются, информация теряется. А так все сгруппировано, все очень компактно и удобно. Вот. Ну и по мере моего вязания появляется видео в группе. Если что-то непонятно, я куски доснимаю, дообъясняю, если на определенном этапе что непонятно. Еще хочу сказать, не волнуемся по срокам. У меня нет конкретного срока. Вы получаете этот доступ навсегда. Группа существует навсегда. Просто далее идет повышение цен на доступ. То есть, если вы вступили в начале за доллар, вы там за доллар навсегда остались. Вот. То есть, видео останутся. Вы для удобства можете скачать на компьютер, можете оставить там в Телеграме, чтобы не загружать компьютер. Ну, в общем, любым удобным способом. Коммуникация проходит тоже каждый день, активное обсуждение и советы, обсуждения, решения вопросов. Вот, в принципе, я думаю, понятно. И каждый вяжет в своем темпе. Я отвязала, отсняла. Ну, из моей практики доснимать мне пока ничего не пришлось уже после окончания моего. Вот, когда я закончила изделие, уже как бы все было понятно. То есть, если вопросы возникают, они возникают в начале, вот когда я вяжу. И девочки начинают вязать. Потом уже все как бы становится понятно, потому что исходя, кто даже не вяжет, он следит за чатом, и все вопросы сами собой аннулируются, отвечаются на них. Вот, и поэтому становится к концу все понятно всем. Вот. Ну все. Я, в принципе, все сказала. Я не затянула видео. Вяжем джемпер кучинели и жилет кучинели. Одеваемся к Новому годику. Я опять буду вязать. Я хотела из нее японское плечо вязать с этой пряжи. Но отменила и вяжу. Хочу похвастаться. Из пуханорки в комбинации с мелким буклешкой. И так классно получается. Вообще я довольна. Это наш сейчас проходящий совместник по японскому плечу. Обязательно буду и из вот этой вот пряжи, из китайских пайеток. Это я говорю о том, что можно скомбинировать все, что у вас завалялось. Вот жилет я буду, скорее всего, комбинировать из такой фантазийной пряжи пайеток и букле. Вот. Ну, в общем, полет фантазии вообще во все стороны. А вот эту буду вязать из этой белой и китайские полиэстер, ну, шелк там написано, но это не шелк пайетки. Вот, вот такой вот образец у меня получается. И это будет у меня джемпером. Девчонки, заходим, подписываемся на телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Присоединяемся в совместник, в этот и предыдущие все остаются, все, которые уже закончились, и конкурс закончился, но тем не менее девочки еще вяжут, и каждый день добавляются новые модели, и все, уже пошли у нас первые готовые кармашки, джемперы с кармашками уже первые у нас готовые. Притом Вика еще не довязала, вернее довязала, но не сшила и не сфотографировала. Все. А я на сегодня с вами прощаюсь. С вами была Вика, Школа рукоделия. Жду вас на наших совместниках. Заходите, присоединяйтесь. У нас хорошо, у нас весело, интересно и познавательно. Всем пока-пока!